Она не должна занимать более 2 часов в неделю. Это требование мы уже удовлетворяем, она больше 2 не занимает. И она ограничена по сроку. Только 22-й год, я думаю, он идеально подходит, потому что мы входим в то время, когда проекты нуждаются в финансировании и будет распродажа на рынке, совершенно точно она уже происходит. Что мы не берем? Мы не берем все, что имеет потенциальную доходность меньше 300%, мы даже не рассматриваем. На входе мы эти проекты блокируем. И неуправляемый уровень риска.